Буэнос диэс, братва. Я один раз ихнул заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем проходить Borderlands. Поэтому садимся поудобнее, берем ништяки и поехали. Да, в прямом смысле слова, поехали. Хорошо, хоть не крышей. В прошлых двух сериях мы попробовали, замечу, потыкать палочкой в дополнение, но получилось не айс, из-за того, что уровень все еще низковат. По-хорошему, от нас сейчас требуется, ну, где-то 35-й. Да мне как-то посрать, есть или нет у нее работа. Мне нужно понять, куда я еду. А, понял. На двух колесах, нахуй. Только почему он вправо выпрыгивает, я хуй понял. Поиск по базе данных. Ваша ДНК присвоен допуск класса А. Мост опускается. Ну, наконец, это... По показаниям моих приборов, можно предположить, что на мусорном берегу есть еще один фрагмент ключа от хранилища. К сожалению, путь туда преграждают обитатели Джеймистауна, от которых за версту разит алкоголем и невежеством. Науку... Прям как от меня с похмелюги. Более чем я музыку. А музыка глупая. Так, РЦЕ, котел. Надеюсь, мне сейчас не придется никого мочить. Я сказал, сдохни, морда упырёвская. Надо хоть денег дали, псы. Кажется, нас позвали качаться. Благо тут идти вообще по хуйне. Просто вон дырку в заборе поймать и все. Так, там кто-то, кажется... Выборил.
О, двоих одним ударом. Ништяк. О, сейчас придется пострелять. Эти гнусные преступники контролируют выход на мусорный берег. Избавься от них и продолжай расследование. Блять, главное своевременно. Снайперка, дробовик, револьвер и очень мощный лупомет. С кварочкой? На продажу сгодится. Так, трофей на стенку. Так, этот тоже в мусорку. На продажу сойдет. Так, зажегся и потиху догорит. Денюшки. Еще один угашенный, что ли? Всего 54 бакса. А на тебе. Так. О. Это барахлишко я заберу. Кислотная снайперка, это, конечно, круто. Дорогое, надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Теньор изготавливает простое в использовании оружие. Заебись. 134 тыгин. Ага, вон ты где. Вот так-то заебись. Кто нахуй?
получилось немножко больше мяса, чем я ожидал, но сойдет, как говорится, и так. Даже не останавливаюсь. А? Дали как могу. Чем могу помочь? В Нью-Хэвен, так в Нью-Хэвен. Хочу предупредить вас по поводу Танис. Есть в ней что-то странное. К нам уже несколько лет не прилетал грузовой корабль. Ни в одном из моих торговых пунктов нет записи о том, что она хоть что-то покупала. В таком случае, откуда она берет снаряжение и припасы? Эй, поехали, дружище! Так, мне в Нью-Хэвен. Так, пойдем посмотрим, что там внутрях. Опять же, полуспойлер, я, лично я, знаю, что внутри, но говорить пока не стану. Так, сейчас, походу, придется разбираться со вторым, который оказался тем еще пидором. На панели наград в Новой Гавани доступны новые задания. Если приходится делать больше одного выстрела, значит, у вас в руках явно... В последнее время столько всего пропало. Странное дело. О, отлично. Еще один ценный... Ого, еще один ценный клиент. Так, где же этот злоебучий вход? Ага. Доктор Танис всегда была отшельницей, поэтому я ей не доверяю. А вот тут уже начинается место.
прям все, как я люблю. Ты что, не видишь мою пушку? Секунду. Ты не знаешь, когда нам... воду собирать? Блин, да что за тормоза? Так, значит, снова. В рыжие земли. Машины, выбирай по вкусу. Когда в следующий раз увидите Танис, передайте ей, чтобы она зашла ко мне в Новой Гавани. У кого бы она ни покупала припасы, я смогу просил сделать передать, ей что более у него есть... выгодное предложение. Такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично поговорить. Так. Так, минус пулемет. Это раз. Так, это два. Там еще один гатлинг, по-моему. Ой. Отвали, говнюк! Так, хильнуться. Как-то я его прошляпил. Вообще хер пойми, куда кинул, по-моему. Дабл ять. А, сука. Жопное пламя. 11 тысяч проебал в никуда. Неужто? А что если забраться на какую-нибудь возвышенность? Канает этот трюк? Или не очень? Забойно.
Так, этот спит. Готов. Эх, так. Темно и нихера не видно, вот это все проблемы. Тыц. Отправляем крыло летать. О, гиперионская снайперка, да ладно. Что, не нравится? Наконец-то я его снял. А нахера здесь проход? Владов, не обязательно быть хорошим стрелком. Ну-ка, дай-ка посмотрим, что там за... Так, 250, точно с 96,8. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Вот теперь все заебись. А нет, там еще какие-то грены у меня были. И вы узнаете, каково это обладать силой богов. Ну и где ты, падла, водишься? Так. Готовченко. Так, что у нас там по скиллам? Ну, тут все было сразу понятно. Так, карта. А вот и провоз. Понеслась. Вот петух.
ракетница под урона. Готовченко. Культурница. Люди Гри. А теперь начинайте готовиться к следующим испытаниям. До связи. Так. Дамаг 80, но магазин 61. И он точнее и скорострельнее. Может, тогда лучше вообще вот так. Так. Тейлор Коп готов. Значит, можем пиздячить на мусорный берег. Не знаю, правда, на хуяшеньке, но можем. Карте-то мы хоть правильно двигаемся, да. Шикос. Когда ж вы, суки, кончите? Их еще, блядь, в этом сраном ущелье не видать. Это какой-то бег с попердываниями. Слушать, как ты треплешь своим мерзким языком, или я могу воткнуть электрод тебе в заднюю панель и разом покончить со всем этим. Я выполню твою просьбу, но потом ты уберешься со сканеров долой. Приготовьтесь, вас ждет следующее испытание. Возможно, оно покажется вам непреодолимым, но вы справитесь. Шик. Мусорный берег. Да, наверное, мусорный берег. Так, что там по хронометражу? Ну, не буду сильно затягивать серию. Нужно подготовиться. Вам удалось многого добиться, но путь еще не окончен. А времени остается все меньше. От вас многое зависит. Последнее ваше испытание будет самым серьезным. Угу. И лучше не спрашивайте, что там будет дальше. Давайте посмотрим на это вместе, но чуть позже. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.